дома и получать зарплату. Так, судя по результатам последних данных от работодателей, хотят работать четверть россиян. Некогда любимые дизайнерами, программистами, копирайтерами и бухгалтерами, фриланс с наступлением лета теснит постоянная, но удаленная от офиса работа. Кажется, что плюсы очевидны для обеих сторон. Никаких забот по аренде офиса или организации рабочего места и труд в домашних условиях в любое удобное время. Так уже работает каждая третья компания страны. Олег Пакшин попытался разобраться, для кого удаленка – это свободный полет, а для кого испытание с самоконтролем. В одной из крупнейших в России телекоммуникационных компаний началось великое переселение сотрудников. Две трети специалистов переезжают работать домой. Уже больше 2000 сотрудников подписали дополнительное соглашение к трудовому договору, которое позволяет им работать удаленно, и они пробуют себя вот в этом новом подходе к работе. Дома на диване, на скамейке в парке, а может на пляже. Теперь проводить рабочее время можно где угодно. Важен только результат. Привет. Привет. Анастасия у нас находится в Новосибирске сейчас, работает в кафе. Свою работу мечтой он сделал сам. Россиянин тунисского происхождения. Сухель Закар одним из первых применял душный офис в IT-компании на уютную террасу любимого кафе. Я просто уволился и, собственно, начал работать на себя. Принимал входящие запросы, работал из дома сначала, потом обнаружил, что в кафе можно тоже работать хорошо и удаленно. И где-то там, наверное, с 2006 года я работаю в таком режиме. Теперь Сухель не только сам выполняет заказы на разработку компьютерных приложений, на него также удаленно работают десятки сотрудников, которых он только в скайпе и видел, как и своего работодателя. Наша команда здесь находится, где-то в Твери, где-то в других городах России, а заказчик, основной клиент, он находится в Америке. Кроме IT-специалистов, на дистанционную работу уже перешли или перейдут в ближайшее время бухгалтеры и юристы, фотографы и журналисты, писатели и переводчики, маркетологи и страховые агенты и даже инженеры-проектировщики. Только на портале «Работа в России» представлено 3000 вакансий для работы удаленно. Это, прежде всего, менеджер по работе с персоналом. Ну, то есть сегодня же можно, так сказать, подбирать на работу, вот, через дистанционно подбирать компании работу. Это все всякие интернет-магазины, вот, те, кто оказывает консультационные услуги, менеджеры по консультантам. Социолог Вячеслав Бабков изучил тенденцию и прогнозирует взрывной рост дистанционной занятости в России. Если сейчас удаленно работает всего около 1-2% специалистов, то к 2020 году каждый пятый работник в России.